в горах и по степям. Нагуливая жир, стада петляют вслед, довольные травой. В распадках и кустах крадется старожил, из темноты тревожный слышен вой. Мы говорим, естественный отбор, на то и ходит щука, чтоб не дремал карась. Да, каждому свое, кому-то прокурор, но только бы не мне, о, только бы не для нас. И кроличий вопрос застрял на языке. Меня за что? Не хуже я других? Но наточили нож, и слышится окей. Проблеяло в кустах, и звук тотчас затих. А был ли там допрос, как в басне у ручья, последний след к воде раздвоенных копыт, с молитвой росток закованный за чах, до Божьего суда он мучеником сник. По насыпи бегут теплушки для скота, стада и табуны, отары и гурты. Поднимется самум песчаных дюн Китай, жующие саранцы прожорливые рты. Всех ждет Армагеддон, в дыму долина смерти, текут ручьи и реки до той реки Евфрат. Компьютер две тьмы тем до точного отмерит, а с неба упадет в талант тяжелый град. Настанет тучный пир для птицы поднебесной. Кровь потечет тогда до самых конских уст. Жених погиб вдали, в рыданиях невеста, иначе и не быть. Так предсказал Иисус, а волчий вой, он царственно окрепший, трубит: соединяйтесь, готов роскошный стол. И сядет на престоле, как Бог, но многогрешный. Источник всех несчастий, проклятие и зол. Наточен нож ракета, как говорят, окей. Идет погрузка стад на мясокомбинат. А началась борьба по книжным и с идей. Всем эрам, всем народам предсказанный закат. А после всех побед Христос придет на землю, как победитель зла, антихриста и змея. Желающий спастись, пусть этим строком внемлет. Пророчество в пути. Никто их не отменит. 25 мая 1986 года. Барнаул, тюрьма, 112-я камера.